Добрый день, уважаемые саровчане. 8 июня 2020 года, и мы с вами сравниваем сегодняшнюю заболеваемость с пятницей, с 5 июня. И мы наблюдаем, конечно, с вами очень большой рост. На сегодняшнее утро у нас зарегистрировано официально уже 199 зараженных. И за истекшие дни, пока мы с вами не встречались, это плюс 45 новых больных. Это очень много. И если раньше мы с вами совершенно ясно понимали, что основная для нас проблема – это люди, приезжающие из неблагополучных районов, из карантинных зон, из зон, где болеют, из больниц, где они заразились, и уже потом это заболевание передается по цепочкам, близким контактам, то сегодня мы уже четко констатируем, что в равной вероятности мы можем заразиться и здесь, у нас, в нашем городе. И прирост ежедневный составляет примерно 5-10% к уже заболевшим. И он идет уже по всем статьям и среди всех групп нашего населения. И невзирая на пол, возраст, социальный статус, место работы, учебы, болеют абсолютно все. И вот именно в свете этой новой заболеваемости становится понятно, что мы уже не можем выбрать с вами отдельные места и сказать, что если есть заболевший из такого-то учреждения, или это сотрудник и продавец такого-то магазина, или если это воспитатель в детском саду, или если это сотрудник какого-то иного трудового коллектива, или, как у нас раньше все боялись, это житель такого-то подъезда, то теперь не играет абсолютно роли. У нас совершенно ровно, равномерно распределяется заболеваемость, и заболевают чуть-чуть понемножку все, везде, от всех. Это говорит только об одном, что сейчас, когда заболеваемость повысилась, а чувство опасности у людей уже притупилось, то заболевание уже начинает распространяться. И я обращаюсь к вам уже, уважаемые наши горожане, с тем, что у нас уже нет каких-то моментов или каких-то мест, от которых бы я вас предостерегла и сказала, что вот именно там или именно при таких-то работах или при таких-то встречах нужно соблюдать средства профилактики и обязательно надевать на себя средства индивидуальной защиты. Теперь я уже говорю вам, что это нужно делать повсеместно, если вы хотите обезопасить в первую очередь себя. И, конечно, это нужно обязательно делать в трудовых коллективах, потому что нельзя сейчас допустить нам вспышек, чтобы были выведены из строя целые трудовые коллективы. Нам просто этого допустить нельзя. Я еще раз повторюсь и скажу, что у нас есть больные и в государственных структурах, и в частных, и среди неработающих, и неорганизованных детей, которые вообще не посещают никакие учреждения, и у беременных, и у тех деток грудничкового возраста, и у студентов, которые вроде как давно сидят на изоляции и вроде как не должны были бы нигде заразиться. Но мы с вами это и видим. У нас в городе все больше и больше люди выходят без средств защиты на улицу. Некоторые делают это даже специально для того, чтобы заразиться, для того, чтобы переболеть. И считают, что уже в конце концов с этим пора заканчивать. Может быть, в отношении себя они могут принимать любую точку зрения и вести себя как угодно. Но еще раз хочу сказать, что массово собираться, что подвергать опасности лиц, которые могут тяжело заболеть, вот этого делать нельзя. Значит, у нас из 199 больных 88 выздоровевших. Это 5 плюс 5 человек за истекшие выходные дни. 111 таким образом человек продолжают болеть, и из них 23 человека госпитализировано, 19 человек в нашу больницу, клиническую больницу номер 50, и еще 4 человека в Нижнем Новгороде, в разных учреждениях, в Приволжском окружном медицинском центре один человек, в 33-й больнице один и в 23-й инфекционной больнице еще двое. 6 среднетяжелых в нашей больнице и 1 среднетяжелый в Помце. Итого из 111 болеющих
7 средней тяжести, все остальные легкие. Вот это единственная хорошая новость на сегодняшний день, что у нас нет тяжелых и средней тяжести тоже мало. Единственная. Но она не должна нас успокаивать, она должна только говорить о том, что действительно наша тактика хороша. Хороша тем, что мы выявляем заболевания на ранних стадиях, мы выявляем круг контактных, которые высаживаем вовремя, и когда они начинают лечение, они не успевают уходить в тяжелые формы. Вот что у нас в данном случае хорошо. Поэтому то, что еще плюс к этим 111 болеющим, у нас сегодня 200 человек на карантине, то есть в среднем на одного болеющего еще двое вокруг сидят на карантине, и еще плюс к ним люди, которые входят в дальние контакты и могут тоже попасть. Это достаточно ответственно. И на лабораторию достаточно большая тоже нагрузка, и мы в охватом тестирования вышли уже еще на более высокий уровень, уже более 200, получается у нас в пересчете на 100 тысяч населения анализов в сутки проходит. Это позволяет нам, еще раз повторюсь, таким образом вовремя выявлять заболеваемость. Для того, чтобы эти заболевания не приносили нам сюрпризов в плане заболеваний в группах риска, не забывайте об этом не только на работе, но и дома. Теперь о карантинных два слова. Сегодня было очень много утром звонков, очень много. От работников, которые знают, что кто-то в коллективе заболел, а у них был с ним контакт. При этом они не вошли в близкий круг контактов, когда бы под постановление они попали на карантин и сидели дома по больничному листу, но в то же время опасаются выйти на работу. И по рекомендации работодателей дружно начали звонить в поликлинику. Поликлиника к ним не выезжает на дом, потому что нет абсолютно никаких симптомов заболевания. Они звонят нам и говорят, что у меня нет симптомов заболевания. Но что мне делать? Куда мне идти? Значит, я обращаюсь и к работодателям, и ко всем людям. Сегодня, когда вот у нас такой уровень заболеваемости, и когда она размазана по всему городу, по всем слоям населения, по всем возрастам, по всем учреждениям, уже нет большого смысла сидеть дома, если вы в дальнем круге контактов. Мы сегодня с вами в одной лодке. Мы все с вами так или иначе в дальнем круге контактов от наших зараженных. Поэтому, если под постановление вы не высажены на карантин, значит, вы идете на работу. И в средствах индивидуальной защиты, с соблюдением социальной дистанции, с соблюдением мер профилактики в помещениях, с использованием дезинфектантов, с памятью о том, что кушать и курить нужно не в большой компании рядом, а отдельно, вот с соблюдением всех мер мы выходим с вами на работу. Продолжаем работать и продолжаем соблюдать меры профилактики. То есть вопросы организации работ сегодня выходят на первый план. И, конечно, я хочу сказать, что разбор последних случаев заболеваний говорит еще и о том, что кроме того, что мы начали работать, кроме того, что деток отдали в детские сады, кроме того, что мы магазины посещаем, почему-то вдруг люди посчитали, что вот наконец-то все хорошо, и начали отмечать всевозможные праздники. Всевозможные. Вплоть до того, что если праздника нет, то давайте его придумаем, наконец соберемся. Такой вот пир во время чумы. Я вас очень хочу уберечь. Если вы хотите собираться, пожалуйста, не приглашайте на эти праздники пожилых людей, мам, бабушек. Пожалуйста, не участвуйте в этих праздниках с малыми детьми. У нас как никогда сейчас много стало больных детей, включая детей грудного возраста. Пожалуйста, пожалейте детей и стариков. Я на этом сегодня заканчиваю. Призываю вас продолжать все меры профилактики с умом, конечно же, не с тем, чтобы всего на свете бояться и сидеть дома, не выходя совсем никуда. Прогулки разрешены, и они полезны. Но и все-таки с опаской, с постоянной оглядкой на наши группы риска. Здоровья вам, всего доброго, до свидания.